Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома 2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. В городских квартирах состоялись съемки очередного ток-шоу. На нем обсудили отношения следующих пар – Оли Рапунцель и Димы Дмитренко, Эллы Сухановой и Игоря Трегубенко, а также Кости Иванова и Саши Гозиас. В гостях была шикарная женщина, исполнительница Анна Семенович. Все были восхищены ее размерами. Анна обсудила проектные проблемы, а затем исполнила свои песни. На ток-шоу опять появилась Элина Камерен, и опять же она пришла без приглашения, как и в прошлый раз. Также в городских прошла вечеринка в честь дня рождения Екатерины Король. Ей исполняется 31 год. На вечеринке отличился Колян Должанский. Руслана Мишина, бывшая девушка Должанского, рассказывает. Коля переборщил с виноградным соком, он весь вечер провоцировал ребят на драку, а по пути на поляну и вовсе стал вести себя не по-мужски. Пнул меня ни за что несколько раз. Я очень разозлилась и со всей силой ударила его ладошкой по лицу. Теперь Николай не является директором кастинга, так-то. Должанский показал, какая девушка к нему пришла на проект. Она называет себя Алиса Селфи, а настоящая фамилия Кошелева. Колян говорит, мне очень нравится моя Алисонька, но Колян лукавит. За периметром он постоянно неплохо проводит время вместе со своей запроектной подругой Катей Богдановой. Также в сети появилась фотография Яны, новенькой участницы, которая пришла к Андрею Черкасову. Ну а сам Андрей Черкасов летит на 10 дней в отпуск. В сети ходят слухи, что летит он не один. Компанию ему составит та самая девушка Аня, которая прошла кастинг и собиралась прийти к нему на проект. Их путь лежит в Таиланд. Семен Фролов сообщает своим подписчикам, съемки моего клипа успешно завершены, но мой вылет в Москву отменен. Как вы думаете, почему? Так что, видимо, Фролов остается на проекте. Вика Романец тоже сообщила вполне ожидаемые новости. Она тоже решила остаться на Сейшелах. Также Вика учудила. В своей группе в соцсетях она поставила фильтр на имя Андрей. И отныне все, кто будет использовать это слово в своих вопросах, сообщениях и обращениях, будут занесены в черный список автоматически. Она написала, что ее ничего не связывает с человеком по имени Андрей и связывать не может. На Сейшельские острова прилетел Федя Стрелков. И хотя Кристина Лисковец даже его не встретила, уже вечером она нежилась в объятиях своего экс-бойфренда. Их брачные игры заснял Глеб Жемчугов и подписал «На чужой кроватке строит любовь». А теперь расскажем вам про бывших участников проекта. Света Кальметова стала главной героиней программы «Перезагрузка». Там она рассказала историю своей жизни, якобы она постоянно страдала от рукоприкладства и издевательств. Сначала мама ее наказывала за любое непослушание, затем она сбежала от мамы к мужчине, но и здесь продолжились избиения. Это противоречит тому, что Светлана ранее писала. Она рассказывала, что мама у нее прекрасная и что она воспитывает детей из детского дома. Рита Агибалова-Марсо сейчас живет на Кипре вместе с семьей. Она опубликовала свою фотографию и рассказала, что наконец планирует привести себя в порядок и избавиться от ненужных килограмм. Поклонников очень удивил внешний вид Риты. Они даже с трудом ее узнали в этой хрупкой девушке без капли косметики на лице. Большинство подписчиков считают, что без яркого макияжа Рита выглядит гораздо привлекательнее и милее. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!